на то мероприятие, которое у нас ежегодно ждут бойцы, командные составы, ветераны движения. Оно каждый год у нас объединяет несколько поколений вообще студенческих отрядов. Мы действительно видимся вместе, знакомимся еще раз, если не знакомы были ранее. И вообще наслаждаемся, наверное, отрядной атмосферой и готовимся к третьему трудовому семестру. Тема нашей стоянки – это семья Симпсонов. Наши ребята подошли очень креативно к этому вопросу. У каждого нашего бойца разукрашено лицо. Кто-то подбирал костюмы не один день. Все очень заряжены, на позитиве, получают удовольствие и очень рады видеть друг друга. Спартакиады, да, буря эмоций, как и счастье, так и восторг. Здесь больше идет работа как командная, так и в одиночку. То есть это как можно посмотреть назад, это были гладиаторские бои, где сражались один на один, или так же, как бег на эстафете, то есть задействовались команды. Палаточный слет – это классная возможность пообщаться с другими ребятами. У нас даже есть шанс пообщаться с ребятами из Новосибирского регионального отделения, с томскими. Спортивный этап – это очень классная штука, вот особенно на том батуте. Когда мы эстафету прошли, у меня, мне кажется, дополнительный резерв сил задействовался на последующие двое суток.